Ну вот мы и собрались. Воды набрались. Зачем опять идем на озеро за водой? Да. Вот у нас тут баня нас ждет сегодня. Крыша великолепно продержалась. Ну все. Пошли. Да, пешочком. Вызвони. Володя, на этом озере щука на спиннинг не ловится. Не верю. Был один, не верил и поймал. Вон он. А вот у Кости практически новая лодка. Как Андрюха дошел? Быстро. А мы нет. Да, да. Вот если бы его не было, мы бы быстрее бы шли, конечно. Вот мы и на Котечной. Бывать не хочет. Приходится есть семечки. Там наши друзья пытаются тоже поймать мелочушки. Загадки. Пока ничего нет. Вот такой вот у нас берег красивый. Сейчас. Сегодня тепло, но очень ветер досаждает. Здесь мы как бы под берегом, под высоким. И здесь не дует. Тут у нас Костя греб. Да, здесь выпрястался. Да, вспотел. Жену мою увидите, пожалуйтесь на дядю Сашу ей. Скажите, что дядя Саша заставляет принести. Вот Костя мучается. Пешки-то волшебные не одел. Да, слушай, рыбак. Да. Клёв будет такой, что мы забудем обо всем на свете. Вот так вот мы сидим с костями. Только забросим. Опять обманул. Какой нафиг щук, если мы ловим сырок? Хорошая сырок. Суповая. Сейчас подберем. Шок. Ну, наконец. Тихо. Вот я сейчас. Так, блин. Я бы тоже бы ловил, да вот, крючочек сидел. Крючок-то готовый!
тут вообще. Сказала. Больше, чем в прошлый раз. Приходится уворачиваться, чтобы не набивать. Получить на леща от сороки. Да, почти что как лещ. Тащи ее! Еще больше. Ты... Сегодня гигантомания какая-то. Тут, наверное, у сороги в этом месте родительское собрание. К нам присоединились товарищи. Пару уже привезли нам крючок. И решили, что наловят сейчас. Так, вот так включаешь камеру. Так и все. Никто не хочет ловить. Буквально полчаса назад поставили рогатку. Она тут у нас на глазах работает. Но она просто на дне. Еще хотела взять, что ли? Давай мелкую сорогу. Да, меняй ее. Что было? Вот. Да. Катаемся дальше. Наловили. Сороги. Всем привет. Идем с озера домой. Ну, по пути мы уже отшагали. Ну что, половили хорошие сороги. На рогатке было две хватки. Но обе безуспешные. На одной была большая сооружена, большая заряжена. Щука здесь могла ее заглотить. А другая рогатка оказалась очень жесткая, что не дала размотаться. Ну, короче, поменяли, перенаживили. Завтра опять сюда. Что там половим. Посмотрим. А сейчас придем и стопим баньку. Да, стопим баньку и хорошо, у нас же тут на севере белые ночи, несмотря на то, что время уже практически 8 часов. Вот, волчьи следы и медведь. Мы вперед шли, не было нарыто, а на обратном пути разрыты, ну, муравейнички свежие. Ходят они тут вокруг нас, потому что мы пешком ходим, не ездим. Шума нет, тишина, вот они это самое, все обнаглели, и волки, и медведи, вот. Ну, конечно, может быть, и поснимаю про баню. Всем пока-пока.
весенний лес, еще зелени мало. Вот вообще. К вечеру вроде как тучки, может быть, хорошо рогатки поработают. Ну вот мы вернулись, 9 часов с рыбалки. Сейчас Андрюха будет здесь рыбу чистить. Я буду баню топить. Володя продолжает пилить. Костя продолжает пилить. И вот идет Володя. Володя с топингом, да? Молодец. А что он так как-то там прошел, да, непонятно? Ты что, лесом шел, что ли? GoPro 100 видео.